Дорогие друзья, я держу в руках календарь Альянса Церквей, а за окном месяц март. Снег растаял там, где он был, появилась трава в тех штатах, где ее не было. Зима ушла, наступила весна, и солнце на небосклоне светит все веселее и веселее. Наверное, поэтому в месяце марте тема «Доброта». Тема, которая должна и на наших лицах вызвать улыбку. Тема, которая призывает нас именно в этом месяце стать чуточку добрее. Книга притчи, 12 глава, 2 стих. «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит». Два человека стоят перед Господом. Один добрый, а другой коварный. Человек добрый – это тот, кто знает Бога. Это тот, кто любит Бога. Это тот, кто служит Богу. Это тот, кто смотрит на Бога и старается быть похожим. И такого человека Господь благоволит. Такой человек приобретает благоволение. Человек же коварный – это человек жестокий, человек злой. Человек, который не знает Бога, который идет против Бога. И Писание говорит, что Господь осудит такого человека. Каким человеком будем мы? Какими мы станем в этом месяце? У нас есть добрый пример Спасителя нашего, который назван «Добрый пастырь», который пришел на эту землю, чтобы открыть Бога, чтобы показать, что Бог благой, для того, чтобы и в сердце нашем появилось желание стать похожими на Иисуса Христа. Именно поэтому Дух Святой, который входит в сердце наше, дает нам возрождение, Он приносит это качество благость, доброта. Помоги нам, Господь, и в этом месяце быть таковыми. Этот месяц принесет нам много замечательных событий. В этом месяце мы будем вспоминать Благовещение, ту весть о Господе, о Его приходе в этот мир. В этом месяце мы будем вспоминать торжественный ход Христа в Иерусалим, когда Он пришел по обетованию. В этом месяце мы будем вспоминать смерть Спасителя нашего, который умер за грехи наши, для того, чтобы мы познали Его любовь и Его благость. Давайте в этом месяце проверим свое сердце. Давайте мы в этом месяце будем добрыми для того, чтобы приобрести благоволение от Господа. И чтобы, проживая этот месяц, мы устремлялись к этому великому празднику Пасхи, чтобы доброта наполняла наше сердце, и мы бы радовались, приобретая благоволение от Господа.